Парень, покупай себе дорогущий хромированный Ламборанджини. Продавец между делом говорит: вы знаете, чтобы хром не ржавел, каждый раз перед дождем советую протирать хромированные части машины вазелином. Парень поблагодарил его и купил баночку с вазелином. И едет к своей девушке похвастаться автомобилем. Конечно, не обходится без ее родителей. В особенности отца, который в неистовом рвении предлагает обмыть замечательную покупку. Семья садится за стол. Отец сообщает парню: знаете, у нас в семье это какая традиция. Кто первый заговорит после еды, тот моет посуду. И имейте в виду, после великолепия, ну это вот так вот, понимаете? Да. Вот если заговоришь и все, тогда посуду пойдешь мыть. После великолепного ужина наступает гнетущая тишина. Проходит минута, две, полчаса. Наконец парень не выдерживает и начинает лапать девушку на глазах у родителей. Те молчат. Парень срывает с нее одежду и не услышав ни звука, бросает ее на стол и ожесточенно ее теребит, короче говоря, совершает на глазах у родителей типа половой акт. Он смотрит вокруг, но все молчат. Парень в отчаянии подходит к матери подруги, снимает ее с нее юбку и тоже ее теребит взад. Тишина. Парень кладет мать подруги на стол и начинает ее теребить по всей очереди, ну во все дырки. Ну, все молчат. Вдруг раздается раскат грома. И у парня в голове щелкает. Вот так вот. Щелк! Да. Надо срочно протереть хромированные части. Он бежит к своей куртке и вытаскивает баночку вазелина. Отец подруги на это улыбается и говорит: знаете, я помою-ка посуду. Вот так вот. Ага.